Обмен опытом и проверка знаний. В Махачкале прошел семинар для судей и тренеров республики по дзюдо. Мастер-класс дал гости из Москвы. Сначала теория, после самые сложные ситуации. Отработали на практике. Дан Шугом расскажет, как все было. Для проведения семинара пригласили гостей из Москвы. В течение дня директор судейской комиссии Федерации дзюдо России Евгений Кулдин провел теоретическую часть, затем практическую. Цель семинара – ознакомить судей и тренеров республики с изменениями, по которым сейчас проходит судейская деятельность после Олимпийских игр в Токио. Потому что, когда ты хорошо разбираешься в правилах, ты можешь свою технико-тактическую подготовку сделать гораздо более сильной и не допускать глупых ошибок, которые потом тебе в дальнейшем не позволят достичь того результата, который ты можешь достигнуть. На практическую часть собрались все тренеры и судьи. Гости на практике разобрали самые сложные ситуации, возникшие на первенствах страны. Помогал им мастер спорта России, тренер из Дербента Саадулла Джафаров. Хочу сказать большое спасибо нашему гостю, который приехал, Евгению Львовичу, за продуктивную работу. Он очень сегодня внятно объяснял нам правила. Чуть-чуть теорию мне нужно подтянуть. По видеомоментам у меня получилось очень хорошо. Семинар завершился тестированием, так же, как и практическая часть. Принял участие в нем и заслуженный тренер России Абдурагим Эльдарханов, заместитель руководителя Департамента Федерации дзюдо России по проведению спортивных мероприятий в Северокавказском федеральном округе. Эта проверка показала уровень знаний судей и тренеров. Дан Шугом, Саид Кутиев, Саид Магомирзаев. Время новостей.